Время 35 минут 9. Стекло грязное. Это вот я протоптал дорожку пару дней назад, вот так вот. И еду к каналам. Так, вот иду вдоль канала. Вот моя палочка. Прошлого раза. Иду вдоль канала. Канал вот там. Буквально закат начинается уже. Вот так. Делался. Ёбать, это аж. Да, дорога тяжелая. Обратно по темноте идти. Ну или просто по темноте туда идти. С оборудованием. В принципе, место уже мне нравится. Покажу. Если перейти канал. Да, я шумлю. Вот здесь, если перейти канал. Там офигенный плюс. Но я пойду дальше посмотрю. Так, мне остались считанные метры. Практически нереально идти тихо. Под ногами целый ковер из листьев, веток. Комары, капец. Съедают. Я не побрызгался, только оделся и сетку на голову. Сквозь перчатки зрут. Так, вот он. Большой плюс впереди. Уже начался закат. Да, я... Дорожки есть, но не так много. Но мне надо пройти дальше. Ладно, потом еще включусь. Так, первые полетели. С дальнего болота. На деревья летят. Место офигенное. Какой-то чурак трескунок. Интересно, куда они полетели. Мне нужно дальше пройти. Летают сапли. Была одна, сейчас две. Но уже прям закат, закат. Пока никого, я все не могу дойти до точки номер 14. Вот солнце будет прямо оттуда. То есть, по идее, мне бы вон туда пройти. Не могу. Так, точка номер 14. Этот канал уходит туда. Вот так называемую. Опа, вторую карту. Здесь бобровая плотина, довольно плотная. Вот туда тоже не проплыть, как я хотел, на лодке. Там бобры натворили делов. Все в дорожках. Там сидит один, крякает. Я крякнул пару раз манком, он все не успокоится. Но отсюда, не знаю, если перейти туда, по плотинке попробовать. И вот в тех кустиках вот, вот прям ближайший, тогда будет обстрел хороший. Опять же без чучал, куда они пролетят. Но тут место было примято. Кто тут ходил, может кто-то будет сидеть. И на той стороне примято. А вот эти кустики, которые показывал, вот они прям 4 метра. Там вот плотинка, по ней прошел. Вот так весь плюс, как на ладони. Здесь по свежее, чуть поменьше живности летающей. Но тоже дофига. Сейчас посижу 20 минуток. Подожду. Пойду назад, по темноте лучше не ходить. Дорога вообще отстой. Так, время 9:30. Одна удочка пролетела в 9:15 и все. Мне больше понравилось вот это место. Там, где я стоял, вот там до воды тяжело добираться. А здесь такие вот две сосны, можно сеть натянуть. Сюда можно
бревнышки притащить, бросить вот сюда. Вот сюда, где пальцы-то, вот сюда, так-так-так-так-так. Типа по мостик сделать. Здесь на лодочке можно спуститься и аккуратненько проплывать. Все в дорожках. Я шумлю, шатаюсь, машу руками, комары. Поэтому пока утка, я думаю, меня боится. Либо она уже улетела, либо она полетит позже. Вот еще одно перспективное место. Такие кустики. Я могу присесть. Вот так. Меня не видно. Я все вижу. Там впереди вон еле заметная коряшка березовая. Там два нырочка сидели, со мной болтали. Сейчас вот оттуда, вот туда 10 уточек пролетело. 9:40 время. Там в камышах сейчас кто-то крякал. Сейчас попробую. Станочки отвечают. Еду по лесной дорожке домой. Время 22:32. Я даже ополоснулся в душе. В баню, понятное дело, не пошел. Времени нету. Ну, на самом деле, бабушка уже два раза позвонила. Где ты? Волнуемся. Утонешь. Медведь ходит. И 5-10. Поэтому, ладно, собрался. В итоге 3 налета видел. Где-то уток 15, наверное, может там 17. 3 утки уже на полпути назад по каналу. По каналу проплыли, не улетели. То ли не умеют летать, то ли так прятались. Может быть, жирненькие, тяжело взлетать. То есть есть чем поживиться. Но ночью ходить туда крайне тяжело. Прям не знаю, туда ходить. Либо с вечера, потом там, блин, в палатке ночевать. Либо все-таки часа в 3 утра уже опять светает. Потому что по темноте, ну, просто невозможно. Ямы какие-то кротовые. Один раз упал, нога по колено, тело вперед, чуть не сломал ногу. Один раз чуть не утонул, один раз не туда пошел, в крапиву. Ну, направление правильное, но просто днем крапиву обхожу, а это по крапиву пошел, она выше меня ростом. Плотная зараза. Аж сок в глаза летел. Там вечером перекличка была. То есть я издалека еще поманил на болоте, когда туда слышу оттуда. То есть подхожу, там кря-кря, болтают, болтовня. Кто не видел, довольно темно уже, но движуха там есть. Может быть, есть смысл даже до большого плёс не доходить. То есть буквально на маленьких, не знаю.